Сопла в порядке, двигатели в порядке. Береговая охрана долго не продержится. Тигру необходима воздушная поддержка. Не все сразу, парни. Защитим базу и поможем Тигру. Принято. Готовимся к вылету. Скар, готовимся к выходу на орбиту. Есть, набираем высоту. Рейс, мы на месте, ждем тебя. Отлично, десант. Готовьте транспорт, встретимся на возмездии. Выполняем, сержант. Удачи там наверху, лейтенант. Рейдер, у Тигра поврежден левый двигатель. Срочно нужна поддержка. Это Рейдер главный, идем на абордаж корабля противника. Ждите. Каков план вторжения, капитан? Выходим у носа по левому борту и летим к мостику. Проникнув на борт, глушим мостик и кормовые оружейные системы. Понял, потом выходим через грузовой отсек. Так точно, как закончим, Тигр пойдет в атаку.
Внимание! Тигр, у нас визуальный контакт. Подтверждаю контакт. Прикрываю. Следуй за мной, Рейдер. Так точно, чумак. Берегись, орудие! Вижу! Шакал подбит! Готовимся к прорыву. Так точно. Уже работаем. Я выведу их из строя. В атаку, марш! Штаб-сержант, прикрывай выход. Итан, отключи основные орудия и запусти систему жизнеобеспечения. Есть, сэр. Сол, следить за окнами. Я найду командирский пропуск. Рейс, берем пропуск и идем. Тигр, главные орудия отключены. Идем к вспомогательным. Принято. Вниз по шахте лифта. Марш! Новый пост уже близко. Внимание всем! Приготовить средства гравизащиты и задрать переборки 25-40. Огонь не открывать. Они не должны нас заметить. Управление там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Движение. Все по местам. Все по местам. Ситуация один по всему кораблю. Внизу. Повторяю. Все по местам. Все по местам. Ситуация мостик поврежден. Противники не обнаружены. Понял. Продолжай. Один есть. Все Итан, чисто. За работу! Отключи вспомогательное орудие! Принято! Капитан, здесь нужен командирский пропуск! Утечка радиации на нижней носовой... Подключаюсь, капитан! Вооружение отключено! Идем! Сэр, я нашел еще что-то! Похоже, вражеские корабли на позиции. Вытащить можешь? Уже скачался. Отлично. Идем. Тигр главный. Вооружение отключено. Идем на выход. Штаб-сержант, выводи нас. Быстро ты. Право зубу, сержант. Арест готовится к прыжку за пределы зоны боевых действий. Капитан, уводите группу с корабля. Сколько у нас времени? Максимум 3 минуты. Тигр главный, вот на усмотрение. Принято. Боевая тревога, боевая тревога. Среда! После балки! Yeah.
справиться! Погнали! Тихо! Скар на борту! Поняла, на борту! Атакуй! Открыть огонь! Ага! Хорошо сработало! Задание выполнено, Тигр! Группа Скар вылетела! Стратком отправляет Тигр за пределы этого сектора. Уверена, что мы еще встретимся, ведь мы обороняем наш общий дом. Удачи, капитан Рейс. Спасибо, капитан. Капитан Рейс, есть сообщение от адмирала. Принято, слушаю. Есть, сэр. Соединяю. Капитан Рейс, Стратком расшифровал сообщение от адмирала Котча, перехваченное за 6 часов до нападения. Вас понял, адмирал. Продолжайте. Сегодня фронт начнет великий поход. Здесь и сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Наш мир только рождается. Их мир умирает. Мы вырвались на свободу, а теперь вырвем их корнем. Сегодня их города сгорят вместе с их историей. Капитан, они не остановятся, пока не захватят наш мир. Это, возможно, наш последний рубеж обороны. Ясно, сэр. Сообщаю о ходе ремонта, сэр. Ангарная палуба готова. Рад слышать. Я подготовлю разбор операции и пришлю. Нитон, веди с сержантом. Помоги с разбором операции. Есть, сэр. Сам справлюсь, капитан. Не сомневаюсь. Нитон, ты знаешь, что делать? Так точно, сэр. Придется этим двоим поработать вместе. Уже предвкушаю. Ставлю на Амара. А я на Итана. Вы проникли на вражеский корабль? Не скажу ни да, ни нет, босс. Будем считать, что это да. Принимаю это за еще когда. Сегодня прямо исторический день. Поднимемся наверх, Рейс. Посмотрим, что там у нас. Возможных исходов тоже. Каких же? Ну, мы сдержим их благодаря командным тактическим операциям. Или СДФ устроит нам блокаду, и мы не вернемся домой. Мы вернемся домой, Солт. Я знаю. Капитан, лейтенант, передают новости о бою в лунном порту. Если интересно, я присоединяйтесь. Пас. Отсутствие вестей – добрая весть. Говорю тебе, капитан был на том корабле. По местам! Начинаем! Это будет что-то, приятель. Надеюсь, СДФ это не... Да к чёрту! Тихо, начинается. Отбили порт у фронта обороны колоний. Лунный портовый комплекс, главный торговый центр и пассажирский терминал для жителей Земли. Объединенная операция сил береговой охраны порта и групп специального назначения, в том числе элиты военно-космического флота, СКАР и десантников ЮНСА, завершилась отступлением в пост СДФ по всем фронтам. Вперед! Специально для канала вооруженных сил ЮНСА. Получили как следует по заднице. ЮНСА! Вперед, возмездие! Вперед, Тигр! День обещает быть долгим, Чума. Да, 6 туда, 12 обратно. Вряд ли это закончится сегодня, Рейдер. Капитан у руля. Рубка, левее. Курс на 2.7.0. Есть, сэр. Что там с новой информацией? Двигатели на половинную. Мак, покажешь нам? Как только капитан велит. Капитан, инженеры и навигаторы изучили захваченные Итаном данные. Золотая жила, сэр. Что у нас здесь? Это возмездие и тигр. Остальные СДФ. Это вражеские суда. Каждый корабль СДФ отслеживает каждый из прочих кораблей флота. А теперь мы знаем координаты некоторых из них. Капитан, на радаре появились новые цели. Замечено 4 корабля противника. Какой из них атакует? Поступила информация о новых целях. Надо выбрать одну из них, капитан. На Элладе в атмосфере Венеры проходят ремонтные работы. Согласно данным, на борту находится химическое оружие. Скары и десантники проникнут туда.
Мы отыщем химическое оборудование и уничтожим крейсер. Отлично. Мы используем любой шанс. Понимаю. Я была на вашем месте, капитан. Ты была капитаном? А почему сложила полномочия? Я совершила смертельный грех для капитана. Привязалась к своим людям. Мы все привязываемся. Посылать людей в бой вообще не для всех. Теперь в моих руках машины, а сами мы ваших капитанов.